Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Вабон Геймс, и я, друзья, уже вместе с вами очень сильно соскучился по этому геймпаду и по NHL 22, потому что много хоккея живого, надеюсь, все посмотрели, обязательно прошу вас посмотреть предыдущие ролики, особенно подкаст Зарипова и Худобина, очень веселый и очень много классной информации ребята рассказали про себя, поэтому здесь ссылочка в описании, посмотрите, я реально старался для вас. Да, а вдруг мы подеремся там? Отзывались о тебе невероятно круто, потому что ты прям... Понятно, 5 штук пропустил. Ну тогда 28 дней придется пропускать. Что же мы сегодня делаем по превьюшке, вы уже поняли, потому что в прошлый раз на чемпионате мира взрослым вы меня закидали комментариями. Вабон, пожалуйста, женский чемпионат мира, женский чемпионат мира, женский чемпионат мира! И мы его будем с вами играть. Турниры ИХФ! Так, пугает, как обычно, сквознячок. Ну да ладно. Чемпионат мира среди женщин, друзья. Всего 10 команд. Ну да ладно. Главное, что есть Россия. Но она в группе с Канадой, ё-моё! У Канады рейтинг, вы видите, какой. Зато с другими мы должны бороться. В параллельной же группе есть финки, США... Ну и там других команд тоже предостаточно с нашим рейтингом, поэтому нам будет очень и очень тяжело. Поехали, друзья. Пожелайте удачи и держите кулачки за Россию и за Вабончика. И сегодня ночью состоится вот эта невероятная игра победителя, в которой ты можешь выбрать у нашего официального партнера Лиги Ставок. Лига Ставок является лидером национального рейтинга, ну а твой рекордный бонус ждет тебя внизу в комментариях. Бонус новым игрокам 10 тысяч рублей, а по ссылке акция «Большой куш», в которой ты, играя, можешь выиграть 450 миллионов. Это просто что-то невероятное. Переходи по ссылочке внизу, и я желаю тебе удачи. Так, настройки 4 минуты, звезда, и да, мне будет очень тяжело с таким рейтингом, я... Вообще с трудом представляю, как за женскую сборную играть. Вы помните, видео одно записал. Вот, но что поделать? Вы хотели, будем делать. Давайте сначала с составом ознакомимся, потому что состав сборной России не все видели и не все знают. Так, помощь тренера. Ну, давайте включим, пускай она будет. Так, ну, девочек кто-то знает, кто-то нет. Пишите в комментариях обязательно, кого из этого состава вы знаете. Может быть, лично, может быть, не знаю, может быть, где-то общались. Про Илону Маркову мы уже с вами говорили. Я с ней переписывался даже как-то в Инстаграме. Реагировала она на мою реакцию по поводу того, что симпатичная девушка и неплохой хоккеист. Девчат, я сейчас, наверное, неправильно поступаю, но Илона прям... С кем-то, наверное, я еще где-то пересекался на турнирах, но просто лично не знаком. Это мы посмотрели игроков атаки, теперь давайте на оборону обратим внимание. И здесь Нина Пирогова. Вот с ней я вообще играл совсем недавно в одной команде на матче звезд команды Хорс. Вот, и познакомился лично, Нина уже мне пишет, типа, Вабон, ты когда уже будешь играть в женский чемпионат мира? Нина, играю, вот сейчас как раз за тебя в том числе. А вообще, вы видели, какие Нина умеет буллиты исполнять? Ну, давайте посмотрим, кто у нас в запасе. Гончаренко. Пругова, кстати, Анна в запасе. Общий рейтинг 81. У вратарей все хорошо, что ли? А кто в воротах? Ага. А почему так? Нет, нам надо Пругову, Валерия. Извините, Валерия. Это вообще Морозова с рейтингом еще выше. Давайте Морозову поставим в основу. Пругова будет запасным голкипером. Я, друзья, честно, не сильно шарю в женском хоккее. Может быть, вы хотите какие-то изменения в тройках, нападения. Может быть, что-то в защите поменять. Но что-то может быть. Может быть, вы знаете, что нужно изменить. Так что пишите в комментариях обязательно. Первая игра против Швейцарии. Швейцария серьезная команда. У них... Подождите, стоп. А как так? Опять что-то там пишут так, а я думаю, у нас вообще группа смерти, что ли? У нас и Финляндия, и США. Вы что, серьезно, что ли? А как мы из этой группы? Да вы что? Это все самые сильные сборные. У финок, у канадок, у Швейцарии, как у нас единственный рейтинг, у США, у всех выше рейтинг, чем у нас. Вы что, с ума сошли? А почему мы в такой группе оказались? Почему не в этой?
Вот это ни хрена себе групповой этап. Ладно, ладно, будем стараться. Я вообще не знаю теперь. Я не знаю, сколько, кстати, выходит команд из группы. Одна только не выходит из группы. Поэтому со Швейцарией сейчас самый важный матч получается чемпионата мира. Защитный прессинг. Ну давайте тоже активный прессинг сделаем. Ну в остальном ничего не буду менять, пока я просто даже не понимаю. Да, в масках девчонки Пирогова выделяется и Сонина. Они как бы со своими X-факторами, я так понимаю. Ребятки, это будет очень сложно. Это будет каждый матч как финал, а то и еще хуже. Поехали. Татуху, кстати, мою новую видели? Ну-ка напишите в комментариях, что обозначает. Поближе показать. Кто в курсе, кто следит за мной в соцсетях других. Телеграм-канал, например, сверху подпишитесь на него. Там скоро розыгрыш клюшки будет. Вот. И напишите, что значит эта татуировка. Фух, ну что, поехали. Первый матч чемпионата мира среди женщин. Именно так звучит название этого турнира. Или женский чемпионат мира. Россия, Швейцария. Важнейшая игра, самая важная получается на этом турнире. Поэтому сразу лайк, друзья, сразу. Хочу 1000 лайков увидеть, чтобы следующая игра тут же появилась на каналчике. На каналчике. Так, поехали. Ой, хорошо, Морозова. Блин, зачем бросала его передачу? Дорогого Нинка. Хорошо, Нина, молодец. Хорошо, блин, отскок. Ах. Ну, заберите шайбу, ну, пожалуйста. Ой, хорошо, Морозова. Ух ты, блин, силовая у женщин. Ну, давай тоже тогда будем так играть. Вот так мы будем шайбу отбирать. А что вы хотели? Оп! Вот так будем разворачиваться. А что вы хотели? И в дальний! Хорош! 1-0. Повели. Повели. Ой, как опасно сразу. Сразу, а очень опасно у наших ворот. Вот это удаление. А это опасно. Анночка, ну как же так там получилось-то, а? Да, учитывая всю эту группу, получается, это самая важнейшая игра. Самая важнейшая, блин, игра. И мы пропускаем. Ёпрсета. Два раза не смог передачу отдать точную. Все перехватывали. Лиза, ты русская вроде, Лиза. Ой, куда ты кидаешь-то? Хорошо, сейчас заблокировал, здорово. А ну-ка, Вафина. А, нет, скорости. Ага, вообще зря туда залез, а, кстати, неплохо. Оп, за ворота. Блин, не упомню, как... Давай лакросс! А-а-а, гол! Хорош, Вафина! Без лакросса разобрались. За ворот выкатилась. Александрочка! Бу-у-у! Здорово! Оп! На ложном-то замахе. Опля! Красиво. Забыл, как лакросс делается. Уже давно не практиковал. Напомните, пожалуйста, в комментариях, как он там. Хорошо, что сейчас сирена была, а то бы мы не успели бы гол забить, и нам могли сейчас успеть забить. Ну вот. Смотрим на эти шайбы. 2-1. Первый период ведет сборная России. Хорошо, да, в угол вот сюда. И вот сюда, как идеально! Блин! Жалко, что она ее так легко поймала. Еще один хороший эпизод у сборной России. Очень опасно. Очень опасно. Швейцарки двигают шайбу. Вот. Вот эта агрессивная игра и нужна. Вот такая агрессивная игра и нужна. И вот так надо попадать, Павлова. Хорош. Просто лучшая. Просто лучшая. Ушла. И далина она. Валерия, хорош, красотка, просто умничка. Оп, вот здесь вот. Оп, и дальше, и туда уже на противоходе. Лови! Ох, зачем я это опять, мать его, сделал? Блин, олень еще одно. Славочка, ну зачем ты это делаешь? А вот моя любимица этой
этой сборной. Нина, блин, могла бы еще и бросить. Прошла-то неплохо. Скорость у нее хорошая. Лично вживую видел, господа. Look at the Savardian Spinnerama! Спинорама и вдальнорама! Вот это шайба! А чё вы хотели, Павлова? Я уже понял, как она чё умеет. Вот так вот, Валерия! Дубль! Хорош! И ушла и здесь, а вот и все, и стандартный голик. Ну а как бы? Ну а почему бы и нет? Нам результат нужен в этой встрече, а не какая-то там хрен поймет ситуация. Следующий матч знаете с кем? В конце узнаете. Морозова! Ой, какая умница! Павлова. Оп! Ай! А передачку Павлова! Ай, блин, прошла бы! И добить! Да блин! Морозова! Вот это ты молодец, конечно! Да пофигу мне! Ой, Морозова опять вручает! Такие потери ни в коем случае нельзя делать. Вибрация на геймпаде безостановочная! Блин! Так, собраться надо, Лиза опять. Опять Лиза? Или у них там несколько Лиз? Так, период получился результативнее, чем первый. И интереснее, как по мне. Жалко, что пропустили мы вот эту шайбу. Какой бросок идеально получился. Оп! А, в дальний! Ближний, точнее. Ага, а я на пятах-то вылезу и не забью. Почему? Надо было чуть подальше проехать. Вот это я сейчас ошибся. Охренеть. Блин. Лара, они все будут с русскими именами нам голы забрасывать, блин. Хорошо, Нина. Здорово. Классная передача. Сильно пробросила, и вот сюда, ну, бросочек. Оп как, а щелчка, неплохо. 6-14, хотел сказать, 3-14 осталось до конца. И вот это неплохо, и в дальний, добить, еще бросок в своего же игрока. Напряженная концовка, очень-очень-очень напряженная концовка, как нужна нам победа в этой встрече. Комар пошел нахер отсюда. Так, пустые ворота у Швейцарии. И они в нашей зоне, и очень опасно может быть здесь отскок. Передачка. Так, бросочек нужен по пустым додержать. Оп, и в пустые забить. Все, есть. Мы выиграли эту встречу, господа. Я вам обещаю, мы ее точно выиграли. Опять пустые ворота. Можем еще гол какой-нибудь сорганизовать, а нам... Кстати, лишним не будет. Зачем я так сделал? Ну-ка, давай. Просто в зону войдем, да, и уже пустые ворота. Да хорош, как ты не попадаешь! 6-3 было бы приятнее, конечно. Да, 6-3 было бы приятнее, но да ладно. Главная победа. И следующий матч, друзья, ну, я не знаю, видели вы там внизу, обратили внимание или нет, против Канады. Канады! Вы сами знаете, какие счета бывают в матчах между Россией и Канадой в женском хоккее. Поэтому, если хотите поддержать меня, держать кулачки за Вабончика и за сборную России, девчонок, то 1000 лайков минимум прошу вас. Поставьте сразу большой палец вверх, и игра прям выходит. Прям выходит тут же. Прям тут же, я вам обещаю, снимать начну ее сразу заранее. Вот как выпущу, сразу снимаю новую. А вы пока 1000 лайков набираете. Канада, как вы и предполагали. Ну и Валерия Павлова. Это сейчас просто супер герой матча. Естественно, Морозову стоит отметить. Хорошо сыграла. Ну и Нину Пирогову. Она тоже в защитке была достаточно надежна. Россия, Канада на первом месте. Вот такие итоги первого тура. Ждите следующую серию. Вот там колокольчик. Вот там подписаться. Вот там же внизу комментарии обязательно. Перейдите нас комментарий спонсорам, будете очень прям эффективно помогать нашему каналу. Я вам благодарен за просмотр и до скорых встреч. Пока! Всех с победой!